Дамы и господа, здравствуйте, с вами Варлок. Сегодня мы играем в наш любимый карточный покерный казиношный рогалик Балатра. И сегодня мы будем просто играть. Ну как просто, может не просто, может мы в бесконечный режим пойдем. Давай какую-нибудь колоду, которой мы обычно не играем. Красная. Плюс 2 к размеру руки, минус 1 слот Джокера. Вот мне очень не нравится эта колода. Потому что здесь мало джокеров. Больше джокеров, веселее играть. Вот. Хотя 2 к размеру руки 100% стоит слот от джокера. Ну давай за нее поиграем. Зеленая ставка, нормально. Плюс 2 к размеру руки дает нам возможность делать билды. Вот чат сразу делаем билд на барона. Вот, сразу может барона собирать. Все правильно. Ну и 25 рублей после победы над босс блайндом надо брать. Так, плюс мне надо переехать, чтобы я тут все не закрывал. Чатику тоже надо переехать вот сюда пониже. Хорошо, отлично. Хочу ли я мега набор арканы? Хочу. Хочу, а в магазин пойдем с кучей денег после босса. Ну и сейчас сразу что-то будет прикольное. И я уже вижу. Я вижу силу плюс мага. Можем сделать 3 туза и 2 из них счастливых. Не, ну билд на счастливые тузы. Ну, конечно, короли, сразу билд на барона, но... Слушай, ну вот нам дают, бери, бьют, беги. Так что давай делать тузов. И магов на... Ну, давай на вот этих тузов, на... С сердечками. Так, карты с мастью бубны ослаблены. Ну и отлично. Ну и не очень-то и хотелось. Ну и не нужны нам ваши бубны. А мы попробуем здесь, наверное... стрит почти собран. Может, десяточку и стрит сыграть со счастливым тузом. Но, наверное, с 5 тузами надо искать тузов. Давай искать тузов. Тогда вот так. И будем либо фулл хаус искать. Естественно, десятку я вытащил тут же. Будем либо фулл хаус искать. Так, 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 так. Либо... Либо что? Ну вот фулл хаус. А вот и он. Ну, давай попробуем все-таки. Да я думаю. Да давай сброс сейчас сыграем. Вдруг фулл хаус на тузах. Ну, фулл хауса на тузах нет. Зато есть девятки плюс шестерки. Окей. Хотел 2 тузов. Вдруг там 20 рублей дадут. 2 счастливых тузов. У нас еще 3 руки. В принципе... Можно потерять чуть-чуть денег и поискать еще одного счастливого туза, да? Давай вот так, 2 пары. Что-то я ничего не боюсь, очень смелый сегодня. О, вот, вот то, что я хотел. Покер! Отлично. Бабах. Покер разблокирует нам планету для покера. Угу. Набивает кучу всего. Денег не дали, ну ладно. Зато у нас есть запасики. Закат. Эффекты всех сыгранных карт в последней руке раунда срабатывают еще один раз. Купон на плюс 1 к размеру руки. У нас огромная рука будет. Джокер, ну не джокер, колода на плюс 1 размер. Плюс купон. Ух, чувствую силу. Попробуешь на этот раз собрать билд на флеш-покер? Давай. Давай билд на флеш-покер. И перспективно можно пойти в бесконечный режим с таким билдом, да? Огромная рука, стальная нога, да. Короче, купон точно берем. И давай, ну, закат что-то я не хочу брать. У нас 4 руки. У шамана 3 руки, а у меня вообще 4. Значит, я не шаман, значит, я чужой. Поэтому давай, давай смотреть джокеров сначала. Ох ты! Негативная фотография. Ты чё тут делаешь, а? Чё ты пришла? Такая вся из себя негативная. Первая сыгранная карта с лицом дает множитель при подсчете. Ну, с маленьким размером руки, размером джокеров, надо вроде как брать негатив. С другой стороны... С тузами от нее толку не будет. Вообще не будет. С третьей стороны, может, у нас еще лица получится собрать. Подарочная карта дает стоимость продажи джокеру и расходникам. Ну, типа экономика.
Представь закат с 5 стеклянными тузами в последней руке. Множитель уйдет в небеса. Ну да. Матадор дает деньги за босс-блайнды, если активируешь, ну, по факту никогда не работают. Рация, десятки, четверки, надо было раньше. Ну, хотя рация все равно будет работать. А, давай фотографию, вдруг у нас тузы будут лицами, это правда. Может, передали ее сейчас вытащим. Еще трубадур. Плюс 2 к размеру руки, минус 1 рука на каждый раунд. Не, ну мы делаем билд на превьюшку, да? Огромный Балатра. Не, ну так, ну чё, надо брать. Конечно, тот нечетный. А тузы дают плюс 31 фишку, это правильный выбор. Но трубадур будет весело. Да? Да. Нет, тот правильный выбор, но трубадур будет, черт возьми, весело. Так что давай так. И купон на самом деле пока выкупать не будем. У нас сейчас ровно 25 рублей. То есть идеальная такая комбинация. И нам не нужны здесь пропуски. Размер руки нам точно не нужен. Дубль не знаю, босс стена. По идее мы без проблем подходим. Проходим сейчас и будем делать экономику. Так, 6, 7, 8, 9, 10. Стрит. Че, играть стрит? Или тузов искать? По идее, мне надо тузов искать. Давай искать тузовка. Давай-ка тузовка искать-ка. Но они счастливые, они могут денег дать. Я пошел искать тузов. Может быть, ну, типа, сбрасывать стрит, да, гениально. Но... Потому что, наверное, не проиграем. О, тузы. Фулл хаус на тузах. Но на самом деле, знаешь, что я хочу? Я хочу играть обоих счастливых тузов и желательно покер. Для чего покер? Ну, теоретически под сверхновую. Ну, я сейчас сам это говорю и сам думаю, глупость какая. На самом деле, фулл хаус на тузах не набьет. Поэтому знаешь что? Давай две пары на лицах. Они тоже не набьют. У нас всего две руки. Да не, мы ничем не рискуем. Ну, типа, можно сказать, что рискуем, но на самом деле нифига не рискуем. У нас вот стрит есть. Стрит тоже не должен набивать, по идее. Почти набивать должен. О, отлично. Два счастливых туза. Поехали. 20 рублей. 20 множителя. Вот тоже пойдет. Так, что-то у нас скорость какая-то высокая, не ламповая, да? Давай вернем обратно. Окей. Опять билд на покер. В этот раз на покер флэш. Стальная карта. Остальная карта хорошо, еще много карт Таро и купон. Но императора хочется, да все хочется. Так, как нам здесь правильно сыграть? Наверное, сначала императора, посмотреть денег. Денег нет, есть пики. И есть золотая карта. Так, ладно. Купить купон перед паками. А почему? Вроде не нужно, нет? Наоборот, надо его последним покупать, чтобы удвоение денег максимально эффективно было. Плюс одна карта. А-а-а, это так работает? Я не знал. Окей. О, счастливые тузы. Найс. Так, ну мы делаем счастливые тузы. Все. А вопрос, на что золотую карту? Что с тузами... Может играть, оставаясь в руке. Короли. Да, карточек много. Смотри. Валет. А есть что-то на вальтов в руке? Двойки. Двойки? Точно. Палет может стать дамой или королем. Ок.
высокая. Тогда... Тогда золотого вольта. Ну-ка. Хорошо. Ну, вы правы. Потом побег на луну. Да. Окей. Тузы у нас все счастливые будут. Счастье-то какое. Деньги мы все слили. А вот теперь пришел отшельник. 7 рублей с отшельника. Да, наверное, нет. Трефы, пики. Конфликтует у нас пока масти, видишь, не получается. 7 рублей брать не хочется. Давай, наверное, удалять тогда. Откуда у нас такой размер руки? Сейчас покажу. Каждый день 3 подхода по 15 раз. Так. Чё удалять будем? С тузами играют... Чётные. Точнее, не чётные. Удалять надо, например, восьмерки. Какой вес? Килограмм 12, наверное. 5 лет держал гантель под этот случай. Купил гантелю 5 лет назад специально ради этой шутки. Как только Балатра вышел, и она тут лежала, ждала своего часа. Ну, давай удалять восьмерки, наверное. Да? Да, давай восьмерки. Хотя на восьмерке может быть шарик, ну пофиг. Колесницу... Да тоже надо брать, чё. Всё, сливай деньги, гуляй, рванина. Деньги переоценены. Так, 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 так. Но мы ищем тузов по полной программе. Типа сбрасываем всё. И хотим всех 4 сыграть наших красивых тузов. Остальную даму сделать можно, да. Ой, вот они, мои красавчики. Так, вопрос. Делаем ли мы их пиковыми? Ну, наверное, можно. Я не знаю, что лучше, стального короля или стальную даму. Красим, да? Не надо думать, просто делаем пиковых. Окей. Хорошо. Давай. Бам. 4 пиковых, еще одного и можем покер флэш собирать. Кастомакс, спасибо большое за прайм подписку. Огромное спасибо за поддержку. Крести стальную даму. Окей, хорошо. Чат говорит стальную даму, значит стальную даму. Хотя может быть король бобров был бы лучше. Базовый размер руки в наборах больше. Если найдешь Уиджи в магазине, постарайся его сыграть не в бою, а в наборе. Понял, услышал. Спасибо. О, коллекционная карточка. Кайф, обожаю этого Джокера. Очень классный Джокер. Для старта прям вообще кайф. Если в первом сбросе раунда только одна карта, уничтожает ее и дает 3 рубля. И деньги дает, и этот, и колоду чистит. Огонь. Берем по-любому. Так, ну здесь, видимо, отшельник. Хотя карты планет тоже нужны. Ну, пока берем просто денежку. Денежку вот этого парня. Ну и погнали дальше. Особо большой блайнд, но я что-то не боюсь. Ой, конечно, я не боюсь. Так, в первом сбросе раунда одна карта. Мы восьмерки удаляли, значит восьмерку сбрасываем. На слив все мелочь. Слушай, перспективно для бесконечного
режима. Что я ищу вообще? Мне искать больше нечего, у меня покер. Не покер флеш, но покера флеша у нас пока быть не может, к сожалению. Я надеюсь, что покер набивает. Набивает. Там. Ой, 20 рублей. А, хорош. А золотого вольта надо было искать. Я забыл про него. Забыл, ребят. Склероз, тело тонкое. Хорошая болезнь. Ничего не болит, каждый день новость. Телескоп. В наборах планет всегда есть карта планет для вашей наиболее играемой покерной комбинации. Слушай, ну прям идеальные купоны. Вот все. Визитка, карты с лицом сыгранные имеют шанс дать деньги при подсчете. Ну, тузы у нас пока без лица. Безликие тузы. Зато пики. Одного туза покрасить. Ну, кстати, надо красить. А чё? Ну, вот красим. Лучше бы докрасить еще вот этих двух товарищей. Ну, лучше одного, чем ноль. Правильно? Да, туза и лица. Красим. Кстати, взять визитку. Да поразыгрывать наших всех королей вот этих вот. Да и пускай деньги приносят, да? Ну, как временный вариант. Нам, на самом деле, нужно и усиление еще по планетам и по всему остальному. Мы так-то не особо сильные. Мы сейчас начнем лететь. У нас ничего не прокачано. Мы пока тащим только за счет того, что покер-флэш играем. Так, первая рука раунда. Удаляем, ну, допустим, четверку. Да, покер-флэш-то может и закончиться. Тогда будет беда. Или не будет. Или нормально. А покер-флэша нет? А покер-флэша нет? Нет, нет. Та-та-та-та-та-та-та-та. Есть обычный. О, кстати, есть обычный. Ну, давай сыграем обычный. Плюс три лица здесь, да? Три лица денег дадут. Хорошо. Что-то все равно не впечатляет, а? Тузов три. Фулл хаус, наверное, не набьет, ребят. А что теперь делать? Все, наши планы провалились. Стрит? Ты думаешь, стрит набьет? Да стрит что-то 300 набьет. Толку его вообще играть? Ну, давай. Давай стрит. Ну, а чё? А какие у нас варианты? Давай. Каре. Каре набьет? Или флэш? Не, ну каре явно лучше. Да выделывались. Да выеживались. Ну я не знаю, набивает оно, не набивает. Может повезет? 1400? Ой, какая руина! Ну... Ну, ну что это было? Блин, ну... Же жадность, да? Синяя команда рубит джекпоты. Ай, там правильно, ребят, говорят, можно было там, когда у нас же фотка была, надо было переставить чуть-чуть карточки, когда мы играли. Мисплей XBET. Высокие ставки, быстрые выплаты. Окей, дубль 2. Мега набор аркан. Да надо было брать какого-нибудь джокера, я пожадничал. Ну чё, еще раз? Силу на короля? Окей, делаем то же самое еще раз. Я уже говорил тебе, что такое безумие. Безумие — это повторение одного и того же действия и ожидание других результатов. Превращаем
Ну, давай пятерку в короля. Нет. Увеличиваем достоинство короля и там девятки, например. Или. Ага. Сейчас, подожди. Стой. Нужно использовать силу плюс смерть. Да. Значит, силу на короля и на десятку. Сделаем вольта еще одного. Так, мы можем две карты взять. Так. И теперь копируем еще... Пятерку в шестерку. Пятерку превращаем в туза смертью. Окей. Так вот. Или двойку. Зачем нам двойки? Фибоначчи? Я не помню. Ну, давай двойку, короче. Ладно, все, двойку. Бах. И у нас снова тузы. И давай мне бесплатного голографического Джокера. Че нет? Хотя бы не заруиним в этот раз. Окей. Очень осторожно. Здесь сбрасываются карты после сыгранной руки. 4, 5, 6, 7, 8. Стрит. Стрит играем. Если туза не сбросит, хорошо. Отлично. Туза и здесь. Так. Теперь сбросы пошли. Так. И full house, по идее, должен сработать. Нет. Но. Но. Full house, да, мы тузы. Варлок заруин, там синим будет джекпот. 1-13 практически ставки для синей команды. Улыбочка. Сыгранные карты с лицом дают плюс 5 множитель при подсчете. Окей, это с тузами не играет. Ну, она бесплатная и плюс 10 множителя дает. Че нет? Так, сначала набор аркан для денег. Если будут деньги. Пики. Золотые карты. Множители. Что? Куда? Зачем? Кого? Почему? Слушай, ну в начале игры надо брать золотую карту. Давай золотую тройку делать. Давай. И еще джокеров смотри. Кинжал. Проверить Барри Блайнда, уничтожает джокера справа и добавляет его двойную стоимость продажи к множителю. Нет, пожалуйста. Я хочу жить. На самом деле... Не хочу я играть кинжал. Мы его уже много раз играли. Взять вон золотого джокера. 4 рубля. Нормально. Плохо что ли? Хорошо. 4 рубля это 4 рубля. И мы, я думаю, тут без проблем проходим. Можно, кстати, двух обычных джокеров взять. Ну, давай играть. А, золотой нам денег будет давать. Да, улыбочка нам будет улыбаться. Не, ну с улыбочкой можно вообще не бояться. Там любые. Так, сейчас вот full house сыграем. На тузах и дамах. И все должно быть хорошо. Ну первый забег жалко. У нас такие классные тузы были счастливые. Перспективные для бесконечного забега. И слили, потому что кто-то жадный. И не стал усиливаться. Покупать джокеров там на фишки или на... Множители или еще на что-то. А вот все. Теперь goodbye. Имбы больше нет. Имба была. Кинжал весело. Ну, кинжал весело, но попробуем что-то другое. Так, сет, две пары. Нам вроде не нужно так-то ничего сейчас. Пошли.
Пошли пока фармить. Ну, кстати, наверное, шестерки-то три надо играть. Зачем? Для чего мне шестерки? Чтобы сыграть фулл хаус. Что за колода? А, колода на размер руки. У нас золотая карта есть. Золотая карта, золотая. Okay, две пары должны набивать. Ну, конечно, должны. Тут пару тысяч набьют. Почти две, две тысячи. Золотой джокер. Работает медленно. Никого не трогает, но работает. Дурак. Сам такой. Создает нам дьявола еще на золотую карту, да? Император суд дает случайного джокера. Но всегда заманчиво взять императора, да? Бонусные карты и планеты. Стрит, бегун. Бежит бегун, качает фишки. Слушай, у нас 25 денег. Тут, кстати, если не были использованы сбросы, $2 за каждый сброс в конце раунда тоже неплохо, да? Мы сейчас сильные, эта штука окупится быстро. Хотя у нас всего 3 сброса, если мы один используем, она приносит то же самое, что золотой. Давай так. Оу, босс, без сбросов в этом раунде. Ну, хорошо, что не купили. Что теперь делать? Играть девятки, видимо. Видимо, да. Сет. Но я пока не делаю бонусные карты. У нас улыбочка. Может, надо бонусные лица делать. Хочется тузы. Мои тузы. Может, не судьба сегодня форсить тузы. Может, не надо форсить тузы? Хай прошел тапи-та-тапи после совета чата бить с борта. Но опытным путем понял, что центровой должен быть бьющим и желательно быстрым, а боковые с обелками на пасе быстрыми. Дерон, спасибо большое. Спасибо большое за донат. Слушай, я не буду спойлерить. У нас была очень крутая игра в тапи-та-тапи на прошлом стриме. Прям супер классная. Без спойлеров. Спасибо большое за донат. Тапи-та-тапи вообще крутая игра. Мне очень нравится. Один из лучших вообще рогаликов за всю историю. Почему мы хотим играть через тузы? Это хороший вопрос. Это отличный вопрос. Замечательный. О, плюс один к размеру руки. Потому что мы должны были прошлый забег тащить на тузах. Я злой на себя, что я его запорол. Поэтому мы будем играть снова через тузов. Понятно? Вот. И сейчас будем вот специально сейчас сделаю снова счастливых тузов. Я знаю, что у меня тут один туз, и он уже покрашенный. Ну, давай не сильно тупить. Давай все-таки сделаем вот так вот. Не будем уже крашеного туза красить в другое. Надо было красить. Тут же попкорн и банан. Ну, банан мы берем. Суперпозиция создает второй, если в сыгранной руке есть туз и стрит. Подожди, мы сейчас где? А, мы, может, будем пропускать ради негативного, да? Окей. Okay. А, нет, мы еще играем здесь, окей. Okay. Зря, зря купил купон. Может, и не зря, может, и хорошо. Так, смерть. Смерть делает нам еще одного туза. Это хорошо. Сейчас мы четверку в туза. Или двойку. Двойку.
двойку туза. Окей. Покер! Ура! В этот раз мы не пролетим по этим помножителям уже. Банан есть. Хорошо. Золотой Джокер что-то делает, денежки приносит. Так, наборы аркан. Ну давай, тузов нам. Да побольше. Счастливых тузов, да? Так, ну все, делаем счастливых тузов. Сверхновая. Добавляет количество раз, когда покерная комбинация была сыграна к множителю. Или Стивен четный. Без тузов. Ну, тогда тебя не очень полезно, но пойдет. Окей. Негативного Джокера брать обязательно. 5200. Все карты с мастью пики ослаблены. Так. Тут уже без шуток. Надо аккуратно играть. Здесь не до всяких тузов. Здесь надо играть что-то сильное. О, тузы. На самом деле фулл хаус хорош получается, да? Вроде да. И у нас фулл хаус был сыгран 4 раза, так что сверхновая сыграет. Ой, плюс 20 множитель. Спасибо, туз. Без проблем. Партия с котами была кайф. Да, котики классные. Планета X. Негативный Джокер, плюс 4 множителя. А самый база. Это, ну, это база. Это что? Это кайф. Так, планету, да. Подожди, насчет планеты. Давай сначала вот это. Карты с множителем, сталь, каменная карта. Ну, наверное, делаем... Так, короля мы будем в туза превращать. Значит, стального делаем во льта. Нет, нам надо играть. Окей, купон дает нам кучу денег. Его мы точно берем. Ну, как кучу денег? Он, если мы накопим много денег, он будет давать много денег. Но надо теперь денег накопить. Еще негативный Джокер. А мы 12 тысяч набьем? У нас есть вот какая мощная штука. Слушай, набьем, наверное, 12 тысяч, да? Давай еще негативного. Или не набьем? Да набьем, да что ты очкуешь, Славик? Да я 100 раз так делал. Да сейчас все будет в лучшем виде. И 12, и 13, и 18. Да сейчас все тысячи набьем, ты это. Нормально. Нормально. На самом деле фулл хаус вот такой нам нужен, чтобы было две счастливые карты. Я знаю, что я скидываю стальную карту, но... Я верю. 7. Нам нужен еще один фулл хаус для чистоты эксперимента на дамах и королях, да? Ну, типа да. У шамана 3 руки. Сколько у тебя рук? Наверное, фулл хаус вот такой набьет, да? Пойдет? Три тысячи. Ну, может и не пойдет. Так. Теперь, господа, внимание, вопрос. Две пары набивают или нет? По-моему, нет. По-моему, надо играть сбросовую руку. Будет ли завтра точно Wild Frost? Ну, если ничего не изменится, то должен быть. О-оу. Хьюстон, у нас проблемы. Две пары набивают. Чат говорит, две пары набивают. Стрип. Подожди. А, точно. Валет, дама, король, туз. Стрит.
Стрит лучше двух пар. У нас две пары прокачаны. 40 на 3. 30 на 4. Но тут больше лиц. Стрит лучше. Стрит лучше, потому что больше лиц. Три лица. Там два в двух парах. А лица это 5 множителя. Две 800, изи. Набивает легко. Ноль сомнений. Негативный синий джокер. Кстати, кайф. Просто дешевый, сердитый, 100 фишек дает. Бесплатный, негативный. Да вот, красавчик. Чё? Ну и, видимо, дикую карту берем. И, не знаю, давай небесный набор открывать. Фулл хаус, да? Окей. Все карты с мастью черви ослаблены. Дикая карта не особо заходит, да? 6, 7, стрит. Ух ты. Даже можно. Восьмерка. Даже можно так. Хотя я не уверен, что это стоило играть совсем. Вообще, оно мало, наверное, даст. Ну, 3000 нормально пойдет. Так, это тогда в сброс. У шамана три руки. Так, фулл хаус. Вот так. Видимо, мы фулл хаус играем сегодня. Каждый сброс минус 10 фишек. Ну, кстати, да, нам выгодно, типа, сразу играть, да? Тузы! Okay, ну, тут мы точно набиваем. Давай поищем. А, что поищем? Счастливого вольта? Так, счастливый валет он это. Он того! Кончился. Ой. Ну, он не кончился, но он плохой. Испорченный. Испортили вольта. Ну, две пары тысячу набьют, да? Набьют. С синим джокером мы много карт в колоде хотим. Золотые карты сыгранные дают плюс 4 доллара при подсчете. Окей. В итоге, если мы сейчас возьмем телескоп, то у нас будет билд на фулл хаус. Вопрос. Может, все-таки тузов? Не, ну мы форсим тузов, ну вот, потому что не мы такие, жизнь такая, правильно? Правильно. И давай сделаем диких тузов для покер, блин, флеша. Все, пофиг. Нет, подожди, вот этого диким. И смертью. Два диких туза. Очень диких. И у нас получается покер флеш на крестях. Купон мы купим, потому что я сыграю 200 покер флешей и раскачаю их, и они будут ух. Но пока купон покупать не буду. И набор небесный тоже не буду покупать. И вообще ничего не буду покупать. И пойду в бой. И вот сейчас как 20 тысяч не набью и буду выглядеть как полный дурак. Правильно? Правильно. Желательно попробовать найти сейчас покер флэш. Получится? Нет, не получится. Тогда что? Тогда нужен фулл хаус. Где он? Нету.
синего Джокера испортил. Ваш рояль обеспечен. Короля нет. Три валета, два туза. Три валета, два туза. И придет нам 10 000, кстати. Тузы. Тузы. Так. Играем все подряд. Две пары. Где мой покер? Покер давай. Окей, мы сливаем в руки. Мы находим покер здесь, черт побери. Покера нет, покер это ложь. Покер не существует. Мы набили 19600, нет! Но, но! Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситков, а не примкнешь к ним! Окей. Я не специально, чат. Я, может быть, немножко сдурел с этими тузами, но мы сегодня делаем билд на тузах, или... Или кому-то будет... Ух, как... Ох, я... Ух... Окей. Ставим ставки на 8 анте. Красная команда, идем ва-банк. Мы сейчас отыграемся. Все нормально, все продумано. Это будет билд на тузах. Кто бы там чего не говорил. Есть те, кто не верит, есть те, кто сомневается. Но это будет билд на тузах. И мы, черт возьми... Сделаем его красиво. Да, кошка? Кошка пришла, говорит. Да, давай. Билд на тузах. Тащи. Кошка все на красное поставила. Да. Сомнительная компания. И слишки. Сомнительную компанию надо брать, да? Ну, это лучше, чем штавской набор в начале игры. И теперь мы будем играть все. Улыбочка. Карты с лицом дают плюс 5 множитель, плюс 20 множитель, если 3 или меньше карт в руке. Это идеально для того, чтобы играть тузов. Нам не нужно больше 3 тузов для победы. О, мой бог. Ну, кстати, пара тузов не будет ли лучше с полуджокером? Зимние тузы. Пара королей не будет ли лучше с полуджокером? Потому что 20 множителя. Да, просто пара будет тащить. Билд на флеш-покер. Попытка номер 3. Рация. Десятки или четверки дают фишки множитель. Прожорливый джокер. Трефы дают... Плюс 3 множитель. Хороший джокер. На самом деле у нас боевые джокеры уже есть. Давай попробуем экономику поискать. Фотография. Фотография с улыбочкой, наверное, лучше, чем стрит сейчас, да? Okay. Бубны ослаблены. Да, и чего? Ты думаешь, нас таким напугаешь? У меня вон коты тоже кресло шатают. Коты ставили на красное, теперь шатают. На тебе сет. На королях. 2700. Зачем ты купил фото при живой компании? Хороший вопрос. Отличный вопрос. О, сбросы. О, головорез. Так, никому не двигаться. Мы открываем набор аркан. И здесь бонусные тузы, которые я все равно потом захочу сделать со сливами, да? Нет.
Видимо, у нас бонус на эту заявку. Продавать джокеров для экономики? Хорошо. Окей, я куплю с собой дурака и продам джокеров для экономики. Продать джокера. Продать джокера. Экономика была сделана. Окей, головорез тогда непонятно зачем нужен. Видимо, не нужен. Плюс один к размеру руки и снова улыбочка. Оп, подожди. Просто три пятерки, да? Подожди, оставь пятерки. Десятки. Три десятки. Я не буду пока Ерофанта делать. Три десятки должны набивать. С полуджокером. Нет, мы три раза подряд никогда не проигрывали. Не будем начинать сегодня. Все правильно. Все верно. Космонавт! Космонавт и автобус. Окей. Окей, окей, окей. Плюс один множитель за каждую последовательную руку, сыгранную без подсчитываемых карт с лицом. Я знаю, что у нас есть улыбочка, но... Космонавт. Автобусный тур. Сомнительная компания перестает работать, да? Но тузы — это карты без лица. Шанс 1 к 4 повысить уровень игры сыгранной покерной комбинации. Да поздновато, кстати, для автобусного тура. И вообще для него надо играть старшую карту. То есть не то, чтобы он нам сильно нужен был. Наверное, космонавт перспективней. Автобус поздно. Да, мне кажется, автобус поздно. Космонавта надо брать. Космонавта точно надо брать. Прям вообще надо брать. Окей. Сомнительная компания теперь не такая сильная. Ну, ну и ладно. Так, космонавт будет нам улучшать. Вопрос, улучшать что? Видимо, сет. Видимо, у нас билд на сет. Потому что у меня полуджокер 20 множитель дает. Чё тузы? Тузы, у меня 4 туза. Чего? Видимо, билд на сет, да? Ну да. Ну хорошо, ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Сет с полуджокером. Да, 1500 набивает. Ровно столько, сколько нужно. Дети орут. Привет, Варлок, только что посмотрел твое видео, где была колода на котах, и успел на стрим. Привет, добро пожаловать. Мы тут как раз пытаемся сделать колоду на чем-то. Какую-то колоду. Боб. Черепашья фасоль. Плюс 5 к размеру руки уменьшается на 1 каждый раунд. Или жадность и золотого джокера. Нет, плюс 5 к размеру руки — это круто, но на самом деле... Давай возьмем экономику. Ну а что, деньги нужны всегда, да? Сыгранные в этом анте карты ослаблены. Ага. Ослаблены, говоришь. Кто их ослабил? Ты что ли? Сет. Бабах. Повышен уровень сета. Космонавт за 4 руки даст одну планету, которая 3 рубля стоит, без куба он ничего не делает. Он дает тебе ту планету, которая тебе нужна. Оп, денежки. Е-е-е, покупаем деньги по скидке. О, пошла, пошла, пошла игра, деньги по скидке дают. Хорош.
Лицо Фортуны. Смерть. Я делаю это за Пупнового. Ты не сможешь меня остановить. Мы делаем бубнового туза и еще одного. Борьба против судьбы. Окей. Стивен четный, абстрактный Джокер, но у нас мало Джокеров. Жуткое лицо для лиц, трефы. Взять что-то на продажу, в принципе, можно, наверное, жадного продать, взять абстрактного. 12 множителя. 100 фишек. Кстати, купон. Купон. И люблю иероглиф. Очень. Нужно ли нам сейчас мороженка? Ну, оно сильное, да? 100 фишек это 100 фишек. Ну, наверное, ну, в комбинации с полуджокером мы, типа, точно будем ваншотать все. Но, наверное, честно говоря, возьмем купон. И нам не особо и нужно. Пошли играть все раунды, качаться космическим джокером, качать нам сеты. Стрит. Стрит даже играть не буду. О-о-о, туз. О, каре. Ну тут вот вопрос. Теперь у меня тузов уже 6. Может быть, мне надо теперь снова искать покер. Как ты думаешь? Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что давай сыграем каре. Нормально. Качнется, качнется, не качнется, не качнется. Ну, космический Джокер лучше бы, конечно, с сетом качался. Дуо. Х2 множитель, если в сыгранной руке есть пара. Балатра такой уже, ладно, на. Бери свой билд на тузов, на тебе. Вот, держи. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Вместо чего брать вопрос? Наверное, вместо полуджокера и будем играть. Сейчас вот я продам полуджокера и все, и мы умрем. Да, наверное, не умрем. Че, у нас вон это дуо будет. Нормально, 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 нормально. Окей, и я пока экономику давай попридержим чуть-чуть. Так, пошел, значит, мужик влез за тузами. Знаешь такую сказку? Еще поговорка есть. Пошлешь дурака за тузом, он дурак одного и принесет. Но покера у нас нет, да? Есть сет, опять же. Который, наверное, набьет. Хотя без полуджокера, может, и не набьет. Набьет, конечно. 3800. Дуо, хорошо. Варлок пробовал ли играть Knock on the Coffin Lid? Да, мы играли. Теперь мы ждем этого релиза. Квадратный Джокер. Голографический квадратный Джокер. Получает плюс 4 фишки, если в сыгранной руке ровно 4 карты. Окей. Окей. 4 карты. До луны дают дополнительно $1 каждому бонусу за каждый весь ваши $5 в конце раунда. Яу. У нас деньги есть. Ну-ка, давай вот это. Ну-ка. Стой. 4 карты. Абстрактный Джокер, 4 карты. Каре. Билд на каре. Окей. Давай. Удаляем мелочь. Нам нужен абстрактный и до луны. Луна вместо тебя. И абстрактный вместо... И квадратный вместо абстрактного. Окей, вот так. Я не купил штавской набор. И мы без сбросов в этом раунде. Но все нормально. Ровно 4 карты. Окей, ровно 4... Сбросов нет.
А, подожди, ровно 4 карты считаются вот так вот? Раз не покер, так каре. Да. А он улучшился. То есть я могу просто фигню сливать, да? Правда, лучше каре играть для космического. Это 4? Это 5. Вот это 4. И мы хотим играть, получается, всякие фиговые, а потом играть... А, вот он, покер. Я чувствую его вкус. Ну, раз мы вытащили квадратного, надо играть через него, да? Сет, правда, получается, тоже можно играть с квадратным, играя сет и сбрасывая одну карточку. Вот так. Хм. Сет уже третьего уровня. Каре, конечно, более перспективная. Ну... Окей, давай каре. Каре лучше качается космонавтом. Мы идем на Луну? Трусливый Джокер. 8 фишек за каждую подсчитываемую двойку. Когда-нибудь мы сыграем трусливого Джокера? Видимо, не сегодня. Посмотри на нашу экономику. Купон плюс Луна. У нас будет так много всего. О, мои деньги. Мани. 20 рублей. А, 20 рублей. Но смерть. Смерть копирует туза. Тузы. Туз. Нам нужен туз. О-о-о-о. Я копирую туза. Трусливый с покером через двойки. У нас двоек уже нет. Все. Двоек точка нет. Окей, давай императора. Эх, я надеялся на... Надеялся на что-то хорошее. Ну все, трусливого уже не взять. Окей, давай играть. Так, мы идем за тузами. За какими-нибудь. Какие есть. Делаем бонусных тузов. Купоны до Луны. Я купил купон. Так что нормально. Стрит. Каре. Каре. Существует ли покер флэш? Да. Существует. И мы его сегодня пытаемся сыграть, но видишь, не получается. А, стой, для прокачки квадратного надо играть старшую карту с четырьмя. Вот. Мы играем четыре любые на старшую карту, оставляем одну руку, а потом играем каре. Но из-за каре мы не играем покер. Да и черт-то бы с ним, да? Каре вон уже раскачалась, не хуже покера. Флеш-каре нет? Да, флеш-каре нет. Слушай, ну, окей, я возьму такой билд. Нормально, хороший билд, чего? Клоун. Окей, мы делаем экономику пока. Спектральный набор. Всех превратить в тузов. Жертва. Уничтожает 5 случайных карт в руке, дает 20 рублей. Окей, в руке только один туз. Бабах. Сразу не думая. Всех бьем. Хотя, может быть, есть каре флэш, если есть у тебя джокер на составление. Если у тебя есть джокер на составление. У меня босс на сбрасывание карточек. Осторожно. И тут рисковать нельзя, да? 4, он сбросит 2 туза. У меня еще 2 в колоде. Да, 4 лапой. В планетах нет? О, жаль. Рисковать или нет с прокачкой? Что-то боюсь, да? Да, наверное, сетом набьем. У нас сет есть. Окей, да, да, нормально. Сет набьет. Не боимся. Ну вот.
Если сейчас у меня сбросится 2 туза, мы еще одного можем не вытащить. Но у меня 2 сброса есть. А, у меня последняя рука. Ой-ой-ой. Привет, Варлок. Играл в Кнопкон, ты че финлить? Тоже от русских разрабов. Только намного больше сказок. Просто перед покупкой решил у тебя спросить. Аноним, спасибо большое. Спасибо огромное за донат. Я играл этот в раннем-раннем доступе. И оно было, там была неиграбельная ересь. То есть вообще просто не то, что 0 баланса, минус 200 баланс. Там жесть. Поэтому мы в итоге его отложили. И с самого раннего доступа я в него не играл. Мы ждем релиза. Релиз вроде должен быть скоро. На релизе обещают, что все будет хорошо. Ждем. Надеюсь, этот... Надеюсь, да, надеюсь, на релизе все будет классно. Окей, у нас куча денег. Давай купон. Дальше, что нам еще надо? Слушай, ну джокеров, честно говоря, менять вроде даже особо и не хочется, да? Но вдруг тут какая-то имба на джокере. Самоцвет. Бубны дают доллар при подсчете. Кстати, у нас 3 туза бубновых. Космонавт не играет? А как, что у меня каре тогда 3 уровня? Конечно, играет. Да не, луна нам больше денег даст, да? Космонавта я менять не хочу. Космонавт аж 3 раза сыграл. Ну вот, видишь. Сыграл. Молодец. Космонавт красавчик. Вон пару прокачал еще. Че? Плохо, что ли? Хорошо. Молодец. Так, нужно осторожно, потому что у меня этот, последняя рука осталась. Блин, каре нет. А, ну у меня сбросы есть. Все нормально. Все хорошо. Давай, космонавт. Верим в тебя. О, сразу заиграл. Испугался. Напугали бедного космонавтика. Колесо? Голографическая луна. Так это. Мы идем до луны. Что-то мы многовато набивать начали, да? Я, кстати, не слежу за тем, что делаю. Я типа просто надеюсь, что мне придут сейчас тузы. И они приходят. Если ты веришь в тузы, то тузы верят в тебя. Квадратный джокер красавчик. 60 фишек дает. Кстати, каре. Сет он. Пара накачанная. А что с накачанной-то парой? Тоже хорошо. Флэш. Флэш, ну небесный набор, давай все равно откроем, денег куча. Сет, каре. Все равно обменяем космонавта на быка. На какого быка, чат? Ну что, быка в космос отправите, что ли? Что он там делать будет в космосе? Босс у нас вытягивает... Сет стоит качать на подстраховку. Да, правда. Стоит. Окей, последняя рука, осторожно. Осторожно, модерн. Космонавт расслабился. Кто работать-то будет? Ох, сколько денег. Класс. Еще купон. Получает максимум денежных бонусов до 20. Ух.
денежное дерево. Не, ну теперь точно быка надо. Дурак. Дурак дает, а умный не дает. Дам в королей. Нормально, потом королей в тузов. Угу. Когда-нибудь, потом. А, так прямо сейчас. Ну, в смысле, потом. Когда-нибудь. Full house. Нет. Full house. Нет. Предсказатель. Нет. Окей. Ищем королей. Так, 20 тысяч, я слежу, все нормально. Нам бы рук побольше для прокачки квадратыша. Короли пошли превращаться в тузов. У меня нет улучшенных королей. А, нет. Давайте короли, теперь вы тузы. Поздравляем вас. Я боюсь, что я в какой-то момент смисплею. У меня будет три руки, и я такой... Бабах, и все. Не, мы перейти на покер уже не сможем. У нас король 5 уровня, и квадратыш качается. 80 фишек. Ух. Девятое небо дает деньги за девятки, а девяток у нас мало. Ну и пофиг. Смерть! Так, еще туза. Мы, кстати, сейчас делаем тузов. Покер 120-12 мы сможем. Так, а квадратный чего? На помойку, что ли, выкидывать? После всего, что он для нас сделал. Чат. Это как минимум неэтично. О-о-о. Коллекционная карточка. В перспективе у нас так-то уже 10 тузов. Долой космонавта. Все вот от космонавта пытаются избавиться. Все пытаются выжить беднягу. Не играет с квадратным. Почему? Космонавт один из моих любимых джокеров. Чат его все время ругает. Ну ладно. Первый сброс раунда удаляет карточку. А мы все еще качаем квадратного, но если мы взяли коллекционную карточку, то нам имеет смысл играть на... На самом деле нам имеет смысл тогда играть на покер или флеш-покер. Потому что мы колоду будем чистить. У нас будет много тузов. Но без космонавта мне бессмысленно разыгрывать сейчас покер-флэш. Или там покер. Вообще покер-флэш у нас нет, у нас есть покер. Но он не качает квадратного. Покер 120 на 12, каре 180 на 19. Окей. Нам не нужен покер, нам нужен только покер-флэш. Если что-то играть, то играть покер-флэш. А пока давай играть каре, чтобы квадратный прокачивался. Но хуже от этого точно не будет. Хотя на пятом анте я не знаю, что я придумал тут. Пятый анте уже поздновато для таких муток. Тут 100 фишек с сетом. Кстати, квадратный примерно такой же. Окей, может здесь есть какой-то джокер, который нам нужен. О, кредитная карта.
И необнаруженный неизвестный Джокер, который треф и другая масть нужна. Тут все не то и все не так. Магический шар. Карты тянутся рубашкой вверх. В следующий раз сыграешь флеш-покер. Но как? У меня нет тузов. I don't have any tools. Джокер на деньги все еще нужен? Ну а че нет? Он голографически дает 10 множителя, денег приносит. Зачем его выгонять? Я же не умру сейчас. Сколько у нас коры набивает? Стакан наполовину пуст. О, нет! Самоуверенность! Медленный и коварный убийца. О мой бог, ну и руина. Да я просто задумался. Знаете что? А вот такая сегодня серия будет на Ютубе у нас получается, да? Это, знаешь, как падение Римской империи. То мы все выигрываем в Балатро, выигрываем. А сегодня вот у нас пришли варвары в Рим и все разрушили. Да. Сегодня у нас эпизод с руиной. Вот, так что если вы думали, что на этом канале руина закончилась, вы ошибались, так что ставьте лайк Ютуба. Ставьте лайк, если вы за руину. Такая вот серия. Вот это да.